Сегодня у нас в обзоре Leica Z2X. Это компактная пленочная камера от Leica с объективом 35-70, апертуру 4. Выпускалась эта модель с 97 по 2002 год, то есть 5 лет. Конкретно наша модель 97 года, и сейчас мы испытаем старушку на прочность. Класс. Все. А не было вспышки, да? Снимали сегодня на Fuji Pro 400 единиц, соответственно, 36 шедевров мы прямо сейчас повезем в лабораторию и узнаем, получилось ли все так, как задумывал наш фотограф. А не забудьте поставить палец вверх, шер, ну и колокольчик там жмякните, чтобы оставаться на связи и быть в курсе всех наших событий. Спасибо.